Начинающие воспитатели и учителя получили уникальную возможность усовершенствовать свои профессиональные навыки в рамках первого в Твери городского форума молодых педагогов «Время выбрало вас». Старшие уже опытные коллеги расскажут новому поколению учителей и воспитателей о методиках, внедрении в процесс современных технологий и многие другие тонкости профессии. Чему еще научат в школе начинающих специалистов, рассказывает наш корреспондент. 2023 объявлен в России годом педагога и наставника, поэтому к представителям этой благородной профессии, а в особенности к молодым, особое внимание. Специально для начинающих педагогов до 35 лет в Твери заработал первый городской форум. Стартовал он с торжественного открытия в актовом зале нового современного центра образования имени Александра Отращенко. Поприветствовал участников мероприятия начальник управления образования Твери. Перед вами стоит очень много вызовов. Как соответствовать тем изменениям, которые происходят в стране и мире? Как одновременно учиться и учить? А учиться придется многому. На эти вызовы и на многие другие вопросы вы сегодня найдете ответы здесь. С вами сегодня будут работать замечательные педагоги. Представитель городской администрации также отметил важность и ценность этой профессии в современном обществе. Прислушиваются наши учащиеся. Вы для них являетесь образцом во всем. Как вы говорите, как вы одеты, как вы смотрите на тот или иной вопрос. Мы возлагаем огромные надежды на наших молодых педагогов. Поблагодарил молодых специалистов за выбор этой профессии гость форума, депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. В первую очередь посвящен смене педагогической, это нашим молодым педагогам. Очень приятно, что много молодых лиц, людей вижу с глазами заинтересованными, светлыми, горящими. Конечно, от вас зависит будущее нашего общества, будущее нашей страны. Форум – это масштабная дискуссионная аудитория. Организована работа 24 тематических площадок. На каждой обсуждается свой вопрос. От взаимодействия с родителями до внедрения современных технологий в процессы обучения и воспитания, рассказывает спикер, педагог дошкольного образования Алла Полякова. Наша площадка называется «Современные занятия», и мы будем раскрывать основные современные требования к занятию, к проведению занятий для молодых воспитателей детских садов города Твери. Это очень актуально, потому что каждый молодой воспитатель должен пройти школу молодого воспитателя. Современный формат разнообразия тем отмечают и молодые специалисты. Среди них есть те, кто в профессии меньше года, и форум для них реальная возможность научиться новому. Пополнить свой опыт, потому что у меня его почти нет, я работаю всего полгода, поэтому для меня это опыт. У самой трое детей, люблю детей, и вот так сложились обстоятельства, что попало в эту профессию. Среди участников форума были не только молодые воспитатели детских садов, но и учителя. Такие мероприятия – кладезь профессиональных знаний, уверены они. Я как молодой преподаватель считаю, что они, конечно, нужны, потому что мир не стоит на месте, все появляется новое и новое, поэтому даже если мы только закончили обучаться, нам все равно нужно посещать различные мероприятия подобного типа. Всего в форуме поучаствовали около 300 слушателей, профессиональный стаж которых менее 3 лет. Мероприятие стало уникальным событием, которое поможет расширить профессиональные горизонты молодых педагогов.